Ежегодные соревнования кинологов и их питомцев проходили несколько дней. На первенстве России по Ульяновской области собрались более 30 специалистов и их служебные собаки со всего региона. Наш город представляли три дуэта кинологов и четвероногих друзей. Для Сергея Буцаева это уже не первые соревнования, но тем не менее волновался и он, и его собака. Сильно переживал, конечно. Ну и не только я, но и мои товарищи. Собака была на этом месте впервые, да? Как она себя чувствовала? Чувствовали ли вы о том, что она волнуется? Ну да, конечно, чувствовал. Может быть, и даже передавались мои вот эти вот переживания ей. Соревнования проходили в два этапа – общий и специальный курсы дрессировки. Собаки должны были показать свои навыки в области транспорта, объекта, умение отыскать нужного человека, задержать предполагаемого преступника. А полосу препятствий проходили дуэтом. Под руководством Сергея выступала немецкая овчарка с королевским именем «Кинг». Их выступление стало ключевым звеном в цепочке призовых мест, которое в итоге принесло победу всей команде. Как вы отблагодарили «Кинга» за победу, которую она принесла нашему городу? Гладил, целовал. Победа ребят и собак – гордость для всего отделения. В этом году я доволен результатами. Они заняли первое место. Вот уже 3 года мы первое место занимали, то второе, то третье. Но мы в лидерах были. Вот в этот раз первое. Я доволен очень. Большое им спасибо. Молодцы они. Евгения Креминская, Анжелика Бревнок. Новости Димитровграда.